и начинаем с первой песни, которая называется «Байкер». Посвящается всем искателям таинственного святого града. Она называется «Святыня». Yeah.
Детская песенка. Следующая, не менее зажигательная и не менее волнующая песня, называется «Когда так нужен был ответ». Отыщется дорога, судьбу пытаясь обмануть, ушел от отчего порога, но над тобой висит твой рог, как полуночная звезда, и освещает пыль дорог всех, что приводят в никуда. Превратился яркий день в тень, дал безмолвный ответ свет. Обратился звездопад и град, ранит сердце, будто нож. We'll be right back.
очередной такой грандиозный, теплый прием в нашу сторону. Надеюсь, мы будем и дальше посещать все прекраснейшие заведения. А следующая песня, пока я буду пить и объявлять, в принципе, она будет лирическая. Давайте пить! Бросайте все! Мы уже. Вот. Песня лирическая. Называется «Памяти друга». Спасибо! Спасибо, друзья!
Сейчас будет много огня, но огня, который не обжигает, а согревает. Она называется «Холодный огонь». Oh,
Спасибо, друзья! И последняя наша заключительная песня, она, как всегда, патриотическая. Она посвящена всем нам и вам, и всем нам и всем вам. В общем, она называется «Империя нашего духа». Thank you.
Богу дали времени столько и сыграли. Мы могли бы петь вечно, но, к сожалению, время резиновое. Спасибо еще раз всем, спасибо от души. Группа «Авария».